Перед тем, как вы будете ставить DuckDNS, Nginx Proxy Manager, Tailscale, еще какие-то там Data Simplicity и так далее, может, все-таки посмотрите на ваш роутер повнимательнее. У меня стоит Kinetic Giga 3, шикарнейший, офигительный роутер. Кроме того, что у него есть сторонние DDNS серверы, NoIP, DynDNS, RootCenter, там можно, в принципе, любой другой сервис Dynamic DNS задать. Так у него есть еще вот такая вот замечательная служба KinDNS, которая позволяет получить домены третьего уровня, да еще с сертификатом SSL. Мало того, можно еще получить домен четвертого уровня, привязать его непосредственно к разберюшке и сделать HTTPS доступ к вашей Raspberry Pi непосредственно с помощью только одного роутера. Но все равно нам понадобится установить Let's Encrypt и раз в 3 месяца обновлять сертификаты. И мы сейчас автоматизируем этот процесс. Ну, конечно, можно установить CertBot, но CertBot, например, в Home Assistant OS установить не удастся. Поэтому CertBot мы сегодня обходим стороной. Мы сегодня средствами Home Assistant будем запускать раз в 3 месяца Let's Encrypt для того, чтобы получать сертификаты непосредственно на сервер Home Assistant. После получения доменного имени третьего уровня на Kinetic DNS у вас будет вот такой вот замочек зелененький с сертификатом SSL. Друзья, это Let's Encryptовский сертификат, который хранится непосредственно на вашем роутере. И вытащить его оттуда с вашего роутера никто этим фигней заниматься не будет. Все можно гораздо проще получить. Но для начала давайте мы сделаем вот это. Создадим доменное имя четвертого уровня и направим все это дело на нашу Raspberry Pi и укажем порт 8123. 3, разрешить доступ из интернета или не разрешать доступ из интернета, тут уже решайте самостоятельно. Сохраняем. И теперь мы вводим Raspi Alexa Kinetic Pro и получаем доступ к нашему Home Assistant. Причем, как вы видите, здесь доступ HTTPS. Вот замочек, который показывает, что это доступ по HTTPS. Но не спешите радоваться. И вот при такой настройке у вас будет открыт и HTTP, и HTTPS, и вы спокойно сможете заходить на ваш Raspi, вернее, на ваш сервер Home Assistant даже через HTTP, через 80-й порт. А нам как раз это и не надо, нам нужно убрать напрочь HTTP, и чтобы у нас был защищенный доступ через HTTPS. Поэтому изменяем протокол на HTTPS, сохраняемся и получаем вот такую вот картину. Доступ через HTTP, Bad Gateway, доступ через HTTPS, Bad Gateway, зашибись, что делать? А делать вот что, идем непосредственно на наш Home Assistant, но заходим через IP-шник 192.168.1.36.8.81.23. Переходим в панель, где в дополнение, в Let's Encrypt, в конфигурации мы устанавливаем домен Raspi Alexa Kinetic Pro, либо просто Alexa Kinetic Pro и запускаем, а нет, подождите, не запускаем. Идем на Kinetic и открываем 80-й порт без переадресации 80-го порта на нашу Raspberry Pi. Ничего у нас не получится. Открываем 80-й порт, включаем правила, сохраняем. Ну, у нас правило такое, что при вхождении 80-го порта на провайдер, на роутер, он будет автоматически перенаправляться на Raspberry Pi на 80-й порт. Это нужно для того, чтобы Let's Encrypt мог получить сертификаты. Запускаем. Ну, сначала еще давайте проверим вот такую вот штуку. Файловый редактор. И заходим в папку SSL. И смотрим, чтобы тут было пусто. Тут пусто, пусто. Запускаем. Ура, написано, что сертификаты получены. И для того, чтобы автоматически обновлять, сделайте вот такие вот действия. CertBot Renewal Setup. Но я этого делать не буду, я немножко по-другому все это буду делать. Файл SSL, повторяем, заходим в папочку SSL и видим наши два сертификата. И вот теперь нам надо только изменить Config Configuration YAML для того, чтобы наш Home Assistant понимал, что мы работаем с SSL сертификатами. Вот такие строчки добавляем в Configuration YAML, сохраняемся и перезапускаем Home Assistant. И если все вы сделали правильно, то после перезапуска вы сможете пользоваться исключительно защищенным протоколом HTTPS для доступа к вашему Home Assistant. И теперь осталось самое главное, запускать Let's Encrypt раз в 90 дней. И, к сожалению, тот способ, который мне предложил Let's Encrypt запускать через CertBot, вот эта инструкция, вот она,
Нужно запустить вот такую вот линию, чтобы оно добавило в ETC CronTab, добавило задачу, через сколько времени нужно обновлять. И вот, к сожалению, под Home Assistant я этого сделать не смог, поэтому пошел я другим путем. И вот другой путь лежит через Supervisor API, в котором вы можете запустить вот такую команду addon с указанием аддона, который вы будете перезапускать, и перезапустить Let's Encrypt. Но сначала мне нужно сделать триггер, по которому Let's Encrypt будет перезапускаться, добавить интеграцию, срок действия сертификата. Триггер у нас уже есть, и нам нужно теперь добавить действие. И действие мы будем добавлять Configuration YAML, интеграция Shell Command, которая выполняет в оболочке какие-то команды, название нашей команды, которая будет выполняться в оболочке, и сама команда. И честно вам скажу, эта команда у вас вызовет много вопросов, но, пожалуйста, все вопросы вы можете вот сюда адресовать: Supervisor API Endpoints. С помощью этой команды у нас будет Core Let's Encrypt перезапуск, вернее, стартовать. Выключаться-то он сам будет. Он будет просто стартовать. Записали, сохранили, идем в автоматизацию. В качестве триггера я использую сенсор, который отслеживает срок действия сертификата. Если сертификат с действующего переключается в состояние его в недействующий, то мы запускаем shell command, который стартует Let's Encrypt. И теперь мы можем запустить вот эту автоматизацию для того, чтобы проверить ее действие. Запускаем действие, и на нашем Let's Encrypt мы обновляем наш журнал. И вот, пожалуйста, уже видно, что Let's Encrypt запустился. Ну и вот Let's Encrypt написал, что сертификат не нужен в обновлении, что пока действие не требуется, и завершил свою работу. Есть у меня такое подозрение, что Shell Command, Endpoint это не самое элегантное решение вопроса с сертификатами, с обновлением сертификатами для Home Assistant. Поэтому напишите, пожалуйста, внизу в комментариях, что можно решить другим способом, таким-то, таким-то. Я буду вам благодарен. Количество роутеров, которые есть в продаже сейчас, просто огромное. И разобраться в этом во всем, ну, по-моему, довольно сложновато. Поэтому я буду благодарен, если вы напишите, что у вас такой-то роутер, модель такая-то, что там есть то-то, то-то, DDNS, что есть SSL и что есть домены четвертого уровня, либо VPN-сервер. Тоже хорошая штука. Пока кинетики рулят однозначно. На этом все. Пока-пока.